Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет очень интересный обзорчик. Опять же, на лидяху нестандартной сборки. Перекачал я свою лидяху с пактом. Сделал вот такую вот 9-9 ожива. Использовал на атаке фортов. И в принципе, мне понравилось. Чисто такой вариант, он более такой, ну, для атаки фортов, он не особо дамажный, скажем так, но вполне приятно то, что герой оживает два раза, этого вполне хватает. Так, ну вот такая вот у меня сборочка, доспех 9-9, панчбокс мы уберем, чтобы не станили. Нам, в принципе, он не особо нужен в такой сборке. Он, конечно, нужен, но мы поставим вот так, сделаем. Ну, вот, в принципе, все. Так, собран он у меня, опять же, не на уклонение. Покажу вам снаряжение, то есть урон, чисто урон. Так, поехали, начнем с рейдов. В чем плюс? Он будет хотя бы оживать пару раз. Блин, эти вертолетики покоя не дают. Такс, ну стрелки, как всегда, мешают нам. В чем плюс? Он будет сейчас залетать. Вот смотрите, опять включился. То есть 72% он в базу просто офигенно залетает и все время срабатывает. Очень неплохая тема, кстати, против Фрей. Так, давайте еще посмотрим где-то. Ничего себе, командора там чуть не ушатало. То есть неплохой вариант Фрею на секунд 30 убрать. Так, поехали на подземке посмотрим. Двадцатый прорыв, конечно, делает свое тут однозначно. Так, это немножко на те подземочки. Вот, посмотрите, как. Конечно, нету такого урона, как с пактом. Я вам показывал, с пактом там просто выносил. Но тут есть свои плюсы. У героя есть дофига ожива. И он более живучий получается. Но разница, как видите, ощутима очень. Если не видели, можете посмотреть. Есть обзорчик на Лазуликса с пактом. Максимальной прокачки сегодня выложил. Вот дракон против дракона. Ну вот как-то так. Так, хорошо, поехали дальше, поехали посмотрим на него на арене. Ну, как видите, урона особо много нет. Миссает, конечно, он круто. Так, понятно, это надо кого-то бы найти, чтобы он в одну линию шел, вот. Ну, там точно такой же Лазуликс.
Но мой первый включился. Ну, посмотрите, как по нему миссают. Фига себе, хотя на нем уклона особо много нет. Ну, вроде так неплохо. Смотрите еще раз. Хорош, хорош. Так, а ну-ка, что у него там по жизни, интересно посмотреть. Ну, жесть. 900 тысяч получается. Ну, в принципе, неплохо. Под миллион жизней, я думаю, смотрите, что он делает. Ничего себе. Так, хорошо, с этим мы разобрались. В принципе, как видите, довольно-таки неплохо такой вариант. Себя показывает тоже с хорошей стороны. Конечно же, ремка плюс же вам не больше нравится, потому что там вариаций больше. Вы можете поставить себе урон какой-то, можете еще что-то поставить, выживание рунами. Тут вариант только один, ожива плюс ремка, больше вариантов как бы нет, но по урону в принципе неплохо, если у вас есть восьмая ремочка. Так, поехали посмотрим на забытую. Или мы не сможем сегодня на забытую. У меня есть одна карта. Так, сняли с него энергию. Вот снимут с него энергию, я надеюсь, и не дадут ему включиться сейчас. Вот отлично, сняли энергию, а дальше он оп, и резнулся. И он так два раза может сделать. То есть, как видите, он пачку все-таки затащил. Да, у него 20-й, блин, прорыв, но тут ничего не сделаешь. Как бы я вам показываю на максималке его, он, конечно, смотрится очень круто. Будет с любым талантом, он будет крутой, потому что у него статки, честно говоря, зашкаливают по сравнению с обычным героем, которого вы, допустим, там прокачаете. Просто даже без новой нашей фишки. Вот, посмотрите на его статы. Это бонус просто. Это фактически бонус. Это то же самое, что и у героя реально жизни, там, атаки. Ну, не знаю, что они этим хотели сделать, но по сути, блин, это по сути еще один полноценный герой. Два в одном получается у нас. То есть 20-й прорыв реально просто бешеный, если его на максималку докачать. Так. Окей, поехали, поехали, поехали. На экспедицию еще посмотрим. Ничего себе. Ну, он, конечно. Это герои без эволюции, он их будет шатать однозначно. Тут без вариантов. Плюс на нем сейчас стоит слон, то есть его не так легко застанет, поэтому он будет включаться при такой высадке. Если вы смотрели предыдущий видосик, там реально сложновато. Так, ну-ка против Фрейки. Даже если Фрейка сейчас его вырубит, а Фрейка его не вырубила. Вообще без вариантов. Если он огников нагибает, то что тут говорить? Так себе выкинул. Даже круче, чем Минотавр. Так как он дальник. Вот посмотрите, вообще прелесть. Стрелок улетел, Анубис один раз улетел, а вот застанили, кстати. Вот сейчас опять включился, вообще супер.
Не понял, как это Ара миссанул. Мисс не показался. Что-то странное это было. Вот опять включился. То есть в этом плане, конечно, это плюс то, что он оживает не один раз, а два. Ну, урона, как видите, не особо много. Интересно, затащит фраг? По идее, должен затащить. Да, затащил, красавчик. Нифига себе. Круто. А, это тот же, думаю, что за фигня? Что-то раз-то похожее. Так, ну, в принципе, я вам так показал, где его использовать. Но не знаю, такая сборка интересная. Интересная чем? То, что он очень быстро особо дохнет по сравнению с некоторыми героями, а тут он будет у вас оживать. Минуса, как всегда, не хватает урона. Как видите, не особо рассчитывайте на урон. Конечно, он постепенно будет сносить. Плюс вот так вот он может в базу забегать просто на ура и выносить дальше. Тут не дадут ему включиться. Ну, все равно 78%. В общем, вот так вот. В принципе, сборка довольно-таки интересная. Можно поставить еще пакт. Но смысла не вижу рунами там заморачиваться, чтобы он включился, ловить эти шансы. Ремка — это самый оптимальный для него вариант. В принципе, все. Варианты я вам все разные показал. Живу показал, ремку показал, пак показал. Вы уже сами решаете, что ему ставить. Смысл ставить его там на деф собирать, ну, это бесполезно. Вы его ограничиваете либо в живе, либо в включении. В общем, вот так вот все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.